Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Skiv888, и это заключительная серия о Diablo 3. Нам осталось сделать не так-то уж много дел, и главное из них это добраться, собственно, до Diablo и победить его. Но на пути к нему у нас еще ждет пару локаций, поэтому давайте скорее займемся делом. Если я не остановлю Диабло, он осквернит кристальную арку на вершине Серебряного Шпиля, и небеса падут. Мы с Тираэлем огнем и мечом проложим путь к вершине, где я наконец-то встречусь с Диабло лицом к лицу. Да, собственно, такие дела у нас. И погнали дальше. Телепорт. Штука умата. Оу. Ну, как ты себя чувствуешь теперь? Так, призрак. Ты помог мне стать единым. Я думаю, смысла задерживаться особенно на этих мобах нету, поэтому бежим сразу дальше. Когда я больше не мог ничего для тебя сделать, ты, сумовая, убил меня. Просто пытаются нас остановить призраки. Ничего интересного, бежим дальше. Нам нужно напролет Серебряного Шпиля, поэтому давайте этим и займемся. Так. Тени за мной тащатся. Нафиг вас, ребята. Так, шрайн. ТП. Воу. Помост. Мобы вокруг. Так. Что-то мне подсказывает, что мне нифига не сюда. Или все-таки сюда. Так, давайте синих ребяток завалим. Иногда я сам себя восхищаю. Что, в принципе, не особо сложно. Многорукие повелители. Жестокие демоны, которые уступают по силе только семи воплощениям зла. Они правят выжженными окраинами преисподней. Вот уже долгое время они отказываются присоединяться к армии малых воплощений зла. Смотрите, мой старый соратник. Ок. Ну что, Тираэль, нас обоих разжаловали из ангелов. Иди же сюда. Обними своего бывшего брата. Угу. Чувачок, ну думаю, проблему он нам особых не должен составить. Опа. Так, урон неплохой заходит. О, я замерз. А, вообще ни о чем, парень. Распространение скверны не остановить. Пока, парень. Чё вниз-то смотреть? Это ничего не изменит. В прошлом Изуал был правой рукой Тираэля, но затем попал в плен к врагу после неудачной атаки на адскую пустыню. Изуал поддался демонической скверне и раскрыл все тайны камней души великим воплощением зла. Тираэль утверждает, что Изуал погиб многие годы назад, но кристальная арка так и не породила никого на замену ему. Осталось немного. Надеюсь, мы еще не опоздали. Свет, не ты считаешь себя героем, но тобой движет жадность. Так, ничего интересного, по-прежнему бежим. Нам надо торопиться. О, легендарный. Я не готов. Пока. Простой паренек.
анимации, кстати, красивые, прям вполне себе так проработаны. Ну, так, демоны, демоны всякие. Я хочу убить Диабло. Где он? Так, моу. Да ладно. Да-да-да, зато демонов слишком много. Обощенные кошмары являются свидетельством того, что люди не могут сосуществовать с демонами. Маги, попытавшиеся овладеть темным искусством призыва демонов, навеки превращаются в кошмары из кости и попадают во власть сил, которые они некогда пытались обуздать. Так, по-моему, не в эту сторону я пошел. Немножко в другую мне надо, поэтому побежали отсюда. Основная моя цель — это все-таки Диабло. О, ну, легендарочку, конечно, убьем. О. Когда я в Архонте, ребят, у вас шансов так себе. Преимущественно где-то к нулю ваши шансы начинают стремиться. Поэтому... просто гибните. Так, так. Куда-то в эту сторону точно. Нужно подождать. Так, чего подождать там? Оу! Так, пока-пока-пока, здоровый. Тип, оп. Оп. Прикольно. Блин, они здоровые ребята так-то. Стоять. Ты перестаешь поражать меня. Так, я думаю, что сейчас мне явно не дадут распределить способности мои. Короткий фитиль, у меня там что-то новое. Я не готов. Так, подняться на пик. Ага. Сейчас поднимусь, ребята. Оу. Так, нафиг, нафиг. Где тут проход? Походу я опять не в ту сторону пошел. Славно. Так, это собаки или кто вы? Тоже. Идите отсюда. Так, вон мне туда нужно. Отлично. Так, что тут? Я вижу, Нефалем, ты не внял моему предостережению. Или ты думаешь, что достаточно силен, чтобы сразиться со мной? Давай проверим. Империи, это безумие! Хватит! Наш враг Диабло, а не Нефалемы! С тобой я тоже скоро разберусь, Тирей! Да я... Что это? Нет! Диабло добрался до арки! Диабло вытягивает энергию из кристальной арки. Вот почему ангелы пали. Если ее свет будет утерян для нас, мы должны остановить Диабло, пока это не произошло. Теперь это дело смертных, Тираэль. Хорошо, что ты отказался от крыльев. Нам не пройти из-за скверны, которую наслал на это место Диабло. Отойдите. Свет Элдруина очистит наш путь. Так,
хорошо. Этот чокнутый империй получил по заслугам, не смог нам помешать. Это радует. Так, эти вещи меня вообще уже не апают. Ну и ладно, мы, думаю, Диабло и так победим. Давайте наши способности посмотрим. Так, новая руна, энтропия. Луч расщепляется, наносит урон в секторе небольшого радиуса в объеме. Ага. Что это? Посмотрим, что еще тут у нас. Кольцо льда, телепортация, замедление времени, искажение. Ну, это прикольно, конечно. Так, червоточину по-прежнему оставляем. Взрыв энергетический. Нет, я лучше Архонта с возгоранием, конечно. Здесь у нас ничего нового. Паралич. А, урон с разницей у 6 противников, бла-бла-бла. И воспламенение есть. Ну ладно, это мне ничего пока не пригодится. Ворота открыты, Нефалем. В этом последнем испытании никто не сможет помочь тебе. Если бы не ты, меня бы здесь не было, Тираэль. Это было честью для меня. Но пришел час, для которого ты был рожден. Час победы человечества. Все, окей, тогда погнали. По идее, сейчас уже стычка с Диабло нас ждет. Правильно я понимаю? Найти Диабло? Ну да. Он где-то впереди. Совсем рядом. Диабло. Семь сол слились во мне воедино. Имя мне Легион. Ну, эпичный парень. Но мы его довольно быстро победим по ходу пьесы. Я довольно так неплохо раскачался. Довольно. Посмотрим, сможешь ли ты выжить в царстве ужаса. Угу. Ты вернешься в свой мир, только если сможешь нас победить. Но до сих пор никому не удавалось выбраться из пучины собственного ужаса. Ничего, думаю, мы сможем уж явно. Оу, ты куда? Сам с собой. Ничего сложного. В этом царстве твои нефалемские силы тебе не помогут в смертный. Оу-оу. Типа в ловушку поймал. Пока. Да и не надо, мы тебя и так победим уже, харе. Балаболить Диабло. Эй. Пока. Нет. Надо уничтожить этот отвратительный свет. Все, кого ты знал, и все, что ты любил, Нефалем, погибнет вместе с тобой. Ага. Я думаю, вот эти явно помешаем парить. В принципе, все.
Пока, Диабло. Вот и все, воплощение зла. Так. Что, даже легендарочка с тебя не выпадет? А, две штучки. Пояс. Наручи. Хорошо. Хоть что-то полезное. Итак, с Ауриэль надо поговорить. И давайте пока быстренько посмотрим, что это за легендарки такие. Что в них такого особого? А, нам не так легендарочка. А, при подборе сферы здоровья происходит взрыв, наносящий урон от огня в размере атак урона от оружия всем противникам в радиусе. Так-то прикольная вещь. Чуть-чуть 0,2%, но зато апп от меня в целом. Поэтому одеваем. И что у нас тут? Тут вещь. Хоть и легендарная, но с плохим совсем проком. Поэтому нафиг не нужна. Окей. Вот мы, в принципе, и победили Диабло, что было несложно совсем на этом уровне сложности. Ну и на самом деле сюжет, он для тех, кто хочет все-таки понимать, что происходило в Диабло, всю эту предысторию. А весь основной геймплей, как сказать-то, собственно, игра начинается с 70 уровня. Поэтому дополнение репоров соло я проходить точно не буду. Смысла в этом не вижу. А мага своего раскачивать буду в режиме приключений. Просто по максимуму быстро постараюсь это сделать. Ну а пока давайте посмотрим, заключительный ролик нам покажут, нет? Победа за нами. Диабло пал. И все зло исчезло вместе с ним. Я не был бы так уверен. Ведь истинное зло невозможно уничтожить окончательно. Время покажет. Отмена. Начало следующего акта я не хочу. Так. Или все-таки... И перейти к началу следующего акта? Нет, нам концовочный ролик тогда не показывают. Хорошо. Не суть важно. В общем, идея какая? В принципе, сюжет Диабло не столь плох. И пройти его можно, это по крайней мере интересно. Но пройдя один раз, я думаю, вам не захочется проходить его кучу раз. Поэтому, когда у вас откроется режим приключений, там уже можно свободно прокачивать своих других героев. И это, в принципе, неплохо. А на этом все. Диабло 3 пройдено. Основная сюжетная линия пройдена, дополнение репоров соло я проходить не буду, смысла в этом особого нет. И тогда все. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось. И всем всего хорошего, пока-пока.